Привет! Добро пожаловать в программу испытаний «Красящей пушки». Твоя консервация длилась... 9, 9, 9, 9. Похоже, здесь какая-то ошибка. Ну, на самом деле, это не так уж и важно. Пожалуйста, покинь уборную, когда закончишь. Я знаю, что эта кровать может казаться очень удобной. Но у нас много дел, поэтому, пожалуйста, покинь комнату. Знаешь, я не понимаю, зачем тебе нужна кровать. Они же все равно помещают испытуемых в камеры консервации. После продолжительных периодов консервации человеческое тело теряет часть своей силы. Так что перед тем, как мы приступим к испытаниям красящей пушки, проведем разминку. Не бойся, она несложная. Тестирование еще официально не началось, так что пока мы можем поговорить наедине, и никто не будет нас прослушивать. Хотя в твоем деле сказано, что ты не жаворонок, и поэтому я пойму, если сейчас ты не захочешь разговаривать. Только что сообщили, что даже если испытания еще не начались, я не имею права упоминать что-либо из твоего личного дела. Надеюсь, это не внесут в мое собственное. Поиск. Я вижу тебя. Ты все еще тут? Спокойной ночи. Перехожу в караульный режим. Вот ты где. Цель потеряна. Пожалуйста, поставь меня. Я уверен, что тестирование пройдет без проблем. Я вижу в тебе потенциал. Возьми это устройство, и пусть система вакуумной транспортировки доставит нас к первому тесту с краской. Хорошо. Тебе, наверное, интересно, что ты держишь в руках. Не волнуйся, скоро все прояснится. Дай-ка подумать. А, вот. Окей, теперь просто пройди через дверь. Так, может, попробуешь выстрелить из пушки? Посмотри, что получится. Как же легко далась тебе эта камера. Так, следующая должна быть посложнее. Очень хорошо, отлично! Итак, наверное, пришло время представиться. Меня зовут Найджел, и я буду твоим помощником в этих испытаниях. Рад познакомиться. Укажите здесь...
Дуймова. А, по-моему, они забыли заполнить эту форму. Не переживай, я позабочусь об этом. На случай, если непонятно, зачем нужно это зеленое поле, экспериментальное поле активации кратящей пушки, также известное как испаритель, активирует или активирует устройство, находящееся у тебя в руках. Что раскрашивать все подряд очень весело, но очищать все это будет очень дорого. Так что, пожалуйста, крась только там, где считаешь нужным. Экспериментальная интеллектуальная служба уборки будет тебе благодарна. Это продвинутый курс по тренировке прыжков. В идеале он должен быть у тебя основой для движения в последующих камерах испытаний. Финальный прыжок. Он выглядел действительно круто. Иногда я жалею, что у меня нет ног, и я не могу делать то же, что и ты. Но потом я вспоминаю, что мы еще делаем с испытуемыми. Наверное, мне не стоило об этом говорить. Но не волнуйся. Уверен, что с тобой все будет в порядке. Погоди-ка, я только что прочитал руководство к этим большим мониторам. Давай-ка я тебе покажусь. Классно, не так ли? Теперь ты можешь смотреть на меня, и больше не будет жуткого ощущения, что за тобой кто-то наблюдает, ведь теперь ты тоже можешь наблюдать за мной. Как тебе? Дверь, да, сейчас открою. А вот и музыка. Удачи. Thank you.
Ты хорошо справляешься. Увидимся на другой стороне. Хотя я смогу наблюдать за тобой даже из вакуумной системы. Вот теперь начнется веселье. Настоящая головоломка. Нужно вспомнить все, чему тебя учили в предыдущих камерах. Давай я включу музыку, чтобы создать настроение для решения головоломок. Удачи тебе. Теперь ты можешь покинуть комнату. Топ-топ-топ. Думаю, до выхода ты доберешься быстро.
Так, похоже, что труба, в которую я направил тебя после предыдущего испытания, не ведет следующую камеру. Придется нам немного прогуляться. Этот лифт не работает. Придется нам осмотреться и найти место, где бы мы могли продолжить наши испытания. Эта камера была создана для другого тестирования, на которое мы не записаны. На нем испытывают портальную пушку. Классная штука. Я уверен, что ты сможешь пройти это испытание и без нее. Я бы не смог проделать ее лучше. Теперь мы должны найти систему вакуумной транспортировки, которая доставит тебя к следующей испытательной камере. Просто запрыгивай туда и в путь.
Этот лифт вроде бы тоже сломан. Нам нужно найти вакуумную систему транспортировки. Эта дверь открывается, когда испытуемый проходит по коридору. Наверное, мне не стоило этого допускать. В данном испытании используются порталы. Если ты их видишь первый раз, скажу прямо. Все предельно просто. Что вылетает сюда, вылетает оттуда.
просты, как медовый торт. Ничего сверхъестественного. Пора увеличить сложность, добавив новый элемент. Сразу и не скажешь, но это очень старые офисы. Поле не работает, так что сначала тебе придется его активировать. Отлично. Теперь используй пушку, чтобы добраться до испытательной зоны. Осторожно, эта штука может раздавить тебя. Ее официальное название — экспериментальное устройство холодной дефорации. Осторожно, эта штука может раздавить тебя. Ее официальное название — отличная работа. Знаешь, есть у нас один парень, который дает название всем экспериментальным запатентованным устройствам. Он этот термин придумал.